住所を入れてきて。Все, я уже. Ты ешь. Я уже. Хотела сказать, что у нас сегодня очень важное событие в Инстаграме. У вас 19 миллионов. Спасибо большое. Вас так много. Нужно. Хорошик. Ангелин, сиськи. Блин, она реально, я помнишь, я тебе писала, говорю, она задницу сделала. Смотри, какая задница. Будто вы жди нас, мы едем. Ура! На Бутово. Есть какие-то догадки, куда я приехала? Смотрите. Есть вот предположение, напишите, пожалуйста. Где я? Почему вот в моем детстве такого не было? Скажите, пожалуйста. Какие крутые парки. Представляете, какая школа классная? Подружка моя открыла в Бутово. Такую крутую школу. Я, кстати, всегда за первой партой сидела. Какой учитель, потому что не очень хорошо себя вела. Мне все время надо было сидеть на первой парте. Это же прикольно. И с собой не надо особо ничего забирать, у каждого ребенка все свое. Ну и как раз. Ну, кстати, у Маруси то же самое в школе. Очень прикольно, удобно, какие парты классные. Подружка моя сейчас все расскажет, что за крутую школу она открыла. В каждом классе стоит дизар. Есть система вентиляции, где воздух обновляется каждый день. Кстати, есть где вы их нашли? Я их искала, купить никак не могла. Молодцы вот так, какие. Модель. Yeah. В каждом классе стоит и в каждом кабинете стоит борт увлажнения воздуха. Круто. Еще у нас интерактивная доска. Она стоит очень дорого, не все школы ее могут позволить. На ней интереснее учиться. Каждая парта подстраивается под рост ребенка. Так, еще есть канцелярия, ее докупать не нужно. И учебники с собой таскать не нужно, потому что в школе все это есть и включено в стоимость. А сколько вообще кабинетов? Очень много. Ой, много, да? Ой, какая прикольная стена. А, еще у нас сидит врач. 24 часа работает. Это очень круто. А, охрана. Учителей принимаем по детектору лжи. О! А, еще с ними беседует психолог. А, это класс науки и технологии. Здесь мы с ребятами проводим опыты, эксперименты, ставим научные фильмы. Здесь микроскопы мы специально накрываем, потому что там все телевизор. Классно. А так, здесь физическая лаборатория. Химическая лаборатория, стим-лаборатория, и здесь же проходит
Это важно. Слушайте, ну молодцы, клевая школа. И мест уже мало осталось. Да? Да. Ну, все. Учитель. Ну, было 8-7. 8-7, да. 8 тысяч вот это стоит? Ну, сколько сейчас тетрадки стоят? Покажи мне. 15 тысяч ушло. На... Это, ну, не только на это 15 тысяч. То, что я потом покажу, там, ты... Вот тут ну, на это сколько... А чек есть, чтобы я посмотрела? Чек нет. Я чек не собираю. Вот это 180 рублей. Ну, это нормально. А, ну, нормально, да. Это 112 рублей, как тетрадка. Ну, тогда как 15 тысяч? Ну, тут... Нет, не 15. А сколько ушло? 8. А, 8? 7-8. А, 7-8, окей. Не 15. А покажи еще что-то. Ну, не могу показать. Нет, покажи, что купила, какие. А, такая тетрадка. Это для информатики, по-моему. Потому что я не нашла такую черную. Большая для английского. Это а читай город, типа, дороже всех. Физика. Английский, это английская литература будет для специальных. Геометрия, литература обычная, русская, общество знания и алгебра. Английский, математика, у меня наверху там такие тоненькие тетрадочки. И английская большая тоже наверху. На седьмой класс уже, обалдеть. Алгебра, геометрия. Кому-то еще можно пожелать просто. Теперь у нас еще сегодня подбородок добавился, мы упали. Ну, это завтра пойдет, она немножко пухла. Ну, вообще, как будто кто-то сгладил. Это тут царапина заживает. Ты мой зайчик, все равно самая красивая на свете. И вот этот кубок, помнишь, на этих ячейках научил сделать? А вот зачем ты его делаешь одна? Ура, еда подошла. Это уж курица, это телятина. Горе. И что, я уже вот напилась колы, не хочу есть. Будем доширак. Как можно не любить этот вкусненький? Ужас. Что ужас? Еды нет. А это еда. Ну вот есть. Две корочки хлеба. Бедные. Вот сейчас весь инстаграм посмотришь, что... Мать не кормит детей дошираком, да? И дети ели. А что вы ели, кстати, сегодня? Я позавтракала и поехала туда. Мы там зашли. Я ела кашу. А на обед? А на обед что ты ела? На обед я ела. Суп ела, бабушка вчера сделала. А на ужин? Какой погоды? Ну сейчас вилку сломаешь. Зачем, например? Зачем ты руками берешь, руками трог? Дикий пток наливай. Знаешь, как чайник напрягается? Боюсь. Что боишься? Чайник? Пожалуйста. Помочь тебе? Давай, мама сделает, что... У нас тут оливьешечка вкусная, мы едим доширак. Не дай года. Тебе, во-первых, 6 лет. 7. Просто раз и все. Почему тебе 7? Все, чайником пользуется. Ты еще малява. Он, кстати, не горячий. Он, кстати, закурит. А мне нужно. У нас, чтобы вы не думали, что у нас нет еды, у нас как бы есть еда. Как бы есть еда. Просто мы любим доширак. Ученица Фигова реально оставила на парте, представляете, сумку и очки. Сейчас позвонила Ангелине, я говорю, привезешь мне, пожалуйста. Блин, пипец вообще. Это нормально вот так вот? Это я вчера приехала, пришла домой. Вообще нормально без сумки, мать? И мне девочка пишет, посмотрите на парте. Я реально просматриваю свои сторисы и вижу, что я сажусь за парту и кладу эту сумку. Но вообще я не потеряшка, пожалуйста.
жизни, ну, не Маша Растеряша. Вообще, слава богу, в порядке. Редкий случай, чтобы я это что-то потерял. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Не сглазить, но обычно все свое держу при себе. Сумки в моей жизни у меня только крали. Такое было, да. Один раз украли сумку в охотном ряду, пока я там сапоги мерила, модные. А, да расскажу, когда разбой был у подъезда, чувак выхватил сумку из рук у меня и нож к горлу приставил. Вот только два случая было. Всегда мать, вот всегда, что бы ни было, всегда возвращаюсь с сумками, с вещами, все свое при себе ношу. Но тут, конечно, смешной случай на парте. В 40 лет практически на парте сумку оставил. Ну, бывает, что делать. Ладно, все. Я, кстати, всегда думала, чем больше ты загораешь, тем темнее ты становишься. И вот второй раз поехала, когда в Турцию, думаю, сейчас еще чернее стану. Нифига, все, вот предел загара, кажется, существует. И темнее уже кожа не стала. Абсолютно. Единственное, что ее надо очень-очень активно увлажнять все время. Во-первых, не хочется лишиться загара, а во-вторых, все-таки сухая кожа никому не нравится. Я прям вот втираю, но классный, кстати, крем клевый, потому что он долго держится. Очень долго. То есть твоя кожа держится увлажненной, прям вот. Ненавижу, кстати, когда крема липкие, знаете, такие вот нанесешь, и потом невозможно неприятно до кожи докасаться. Это очень классный и приятный, Perfect for You называется, крем для тела интенсивного, для интенсивного питания и увлажнения. Вот те, кто жалуется на сухость кожи, шелушение, вам точно подойдет. Во-первых, у него шикарный такой жирный состав. Тут, короче, есть куча масел, да, там масло ши, какао, кокос, авокадо, фисташки. Плюс тут альгинат натрия, что классно, потому что повышает вот эту барьерную функцию кожи, да, и повышает ее тонус. Разглаживает. Гиалуронка здесь есть, гиалуронат натрия. Вообще, очень круто. Ну, короче, состав шикарный. И алоэ вера. Ну, что увлажняет кожу, безусловно. А, купила на Валбер, сейчас скину вам ссылку. Переходите, заказывайте. Два дружка пирожка. Я так на камере какой-то маленький, на самом деле он ляг рядом с Светланом. Покажем, какой он огромнейший. Огромный кот, бутерброд. Да? Ты же огромный кот. Да. Да, мой мальчик-то. Красивый. И ты мой мальчик красивый. Господи, Цветан, ты куда полез? Ты такой чистенький, красивый мальчик. Все вокруг, так сделай громче звук. Ранит, пропал сердце, стук. Манит где-то танец рук. Ловит, пока все вокруг. Прохожих на них совсем не похожих.